Северной башни. Они собираются поглотить биомассу этой планеты. Кадаку им в итоге достанется. Но дорогой ценой, мы лишим их башен и биотитана. Найдите способ их уничтожить. Утопите твари в их собственной скверне. Взвод кадианцев занял позицию заброшенной имперской крепости. Их орудия начнут контратаку. Командующий кадианцев доложит о текущем состоянии крепости. Тираниды заплатят за то, что здесь совершили. Надо спускаться, братья! Кадианцы не продержатся долго против такого монстра. Установленные в крепости ласпушки и карты способны уничтожить чудовища и башни. Но даже с вашей помощью нам не взять главные ворота. Придется найти обходной путь. Благодарим! Дальше мы справимся с Аэрофантом сами. Эта тропа ведет через джунгли к крепости. Пусть к бегу. Братья, нужно продолжать двигаться к крепости! Капитан, мы покидаем позиции кадианцев, чтобы добраться до пушек в крепости! Главные ворота недоступны. Нужно зайти снизу. На плане крепости отмечен центр утилизации отходов. Пройдите под тиранидами и поднимитесь в крепость. Это разумный план, капитан. Атакую бойца тиранидов. Изымаю вооружение. Применил осколочную гранату. Смена магазина.
рекомендовал представить тебя к награде, Страван. Нет, спасибо. Моя награда на личной бумаге. Другой мне не надо. Патроны кончились. Три кроки, заряжаемся. Твоя решимость — несокрушимый оплот в эти темные времена. Нет боли сильнее, чем разочаровать своих боевых братьев. Полностью согласен. Не могу представить то ли хуже. Перезарядка. Ауспекс готов сканировать. Что ждет впереди? Здесь патроны. Нашел снаряжение. Перезаряжаюсь. Применяю стимулятор. Препятствие устранено. Установить наш флаг. Откалибруй оружие, брат. Перезарядка. Усиленная
молчишь, Валий? Как твой боевой дух? Я бы поделился с тобой, но знаю, что тебе приятнее тишина. Ты очень тактичен. Стараюсь. Вижу. Перезаряжаю оружие. Заряжаю магазины. Наша цель впереди. Собираю ресурсы. Использовал шприц-стимулятор. Я полагал, перерабатывающие машины функционируют. Систему нужно активировать, прежде чем мы продолжим. Пульта! Только после полной активации пульта. Yeah.
Начинается пробуждение. Внимание, посланники! Соединение с пультом нарушено. Обнаружено биологическое загрязнение. Для продолжения процедуры удалите инвазивные материалы. Нужно отыскать, куда именно проникли эти инвазивные материалы. Полагаю, мы обнаружили наши инвазивные материалы. Нужно найти источник, из которого выросли лозы. Источник, устраним и препятствия. С тиранистским вредителем покой. Биологическое вмешательство устранено. Система вновь активна. Посланники, возобновите работу. Все готово. Открыть дверь. Есть маскировка. Беру дополнительные патроны. Капитан, доступ в крепость получен. Хорошо. Доберитесь до мужа и напомните ксеносам, на кого они осмелились напасть. Использую новый магазин. Боеприпасы восполнены. Thank you.
агрессия на заражение предотвращена. Если тебе нужен наводчик, мой ауспекс прекрасно настроен для захвата цели. Я не нуждаюсь в наводчике еще со времен, когда был скаутом. Понял. Валень, постой. Твое устройство может указать слабые стороны сегодняшнего врага? Да. Его дух машины разгневан. Хорошо. Во имя нашего братства направь мои выстрелы. Уничтожена приоритетная ксеноцель. Изымаю вооружение. Мы не скоординированы. Да. Неэффективны. Продолжай. Твои выстрелы принесут максимум пользы после моих зарядов. Если нужен кто-то, чтобы подбирать за тобой, обратись к слугам Ордена. Готов к новому бою. Тираниды знают о вашем приближении и стягивают силы к крепости. Значит, там они и умрут. Заряжаю магазины. Братья, эта тварь опасна не только размерами, но и своим оружием. Потребуются крепостные пушки. Класса за антропом. Будьте начеку. Ваша задача — найти пульт ручного управления. Видим пульт. Скоро мы обрушим на тиранидов солнечных крепостных пушек. Оборонительные орудия активны. Система наведения не работает.
Запускаю вспомогательную систему. Соединение установлено. Ауспекс подключен. Мобильная система наведения активна. Посланники, когда вы прицелитесь, взрывачер передаст данные о вашем ошибке. Посланник, вы стрелите из вспомогательного оружия, чтобы задать цель. Готовы. Дистанционная система не работает. Заново подключить взрывчатку к системам крепости. Синхронизация выполнена. Система наведения функционирует. Перейдите сражение. Фиксирую выброс отравы.
Нужна бомбардировка с бортом. Перезарядка. Иерофант нацелен на свои орудия. Он в огонь. Не вступайте в контакт с отходами тиранида. Готовы. Управление крепостью на учебе. Восстановите соединение между сырочерепом и орудийной системой. Соединение установлено. Успех подключен. Сооружение, братья!